Где ты ходишь, Монаркуль? Везде тебя искала. Сегодня приготовила кушать сама. Что-то ты сегодня без настроения. Идем, пошли кушать. А, мама, я была тут, дышала свежим воздухом. У меня все хорошо и настроение хорошее. Тебе понравился город? Ты скучаешь по городу? По городу или по городскому парню? Ту, мама, вы никак не перестанете без конца говорить мне про городского парня. Я на него не смотрю, тем более Дана в него влюблена. Я не могу сделать такую подлость своей подруге. Кстати, насчет подлости, Дана вообще тебе не подруга. Она ревнует парня, который вообще не парень для нее. Я не знаю, сама смотри. Ерик, у меня назрела классная идея. Какая? Мы поедем в поселок, по-любому Рафа тоже поедет, и мы покажем поселковскую жизнь всей красе, что Рафе станет от этого тошно, и он увидит, что лучше выбрать, городскую или поселковскую девчонку. А если ты прогадаешь Дана, ты потеряешь Рафаэля раз и навсегда.